каким-то причинам, по стечению обстоятельств, по Божьей воле, ни большевики не разбомбили здесь его и не Басаев. Так что, слава Богу, сохранилось до наших дней. Надеюсь, еще на долгое время. Я вижу, что что-то здесь начинает стричь, что как-то начинает указывать. Так что надежда есть. В Батуми, например, на грузинской стороне превратился вообще...